Всем привет из Украины, мои самые наилучшие пожелания. Сегодня я снимаю видео по запросу моей подписчицы Татьяны из Германии. Итак, сейчас я покажу, какие продукты я сегодня купила на, так получается, 187 гривен. Ну, это примерно где-то 5,5, немножко, может, больше. Ну, в общем, 5,5 евро. Сегодня, кстати, казус такой был. Пришла в супермаркет, а не работает терминал. И пришлось расплачиваться наличкой. Половина продуктов, короче, осталась там. Ну, ладно. Это не важно. Итак, что же можно на сегодня купить в Украине? Вот это вот февраль месяц, какое число не помню сегодня. В общем, на февраль месяц в Украине, в городе Сумы. Итак, что я купила? Картофель кило 366, в общем, по цене 5,69 на 7,77. Затем йогурты. Так, сколько они стоят? 16 гривен примерно. Ну, в общем, я буду показывать, что можно купить на вот эти деньги, а там цены, я не знаю, покажу вот так вот, посмотрите или озвучу. В общем, йогурт вот такой вот. Затем купила мясо. Мясо по 59, ну, по 60 гривен. 864 грамма, 51,83. Это свинина, мякоть. Очень такая симпатичная. Только-только привезли, их прям порубили. И выкладывали, ну, в общем, свежайшую. Так, затем халву взяла. Это она поедет во Францию. Халва, почем халва? Так, халва у нас получается по 49,20 на 716 грамм. Вот это две штучки. Затем укропчик свеженький, весом 30 грамм, 5,99, 6 гривен. Батон. Ой, а почем же батон? Батон, кстати, цена вообще разная бывает. 4,75. Иногда 8, иногда 6, иногда 4, ну, пятерка. Затем молоко 2,5 жирности простоквашино. Кефирчик Добряна. Так, почем молочко у нас? Кефир 17 гривен и молоко 13,39. Затем сметанка. Кстати, очень мне вот это простоквашино. Люблю я эту марку, очень хорошая. Так, простоквашина, сметанка, 12,59. Так, творожок тоже вот взяла 5% жирности. Творожок у нас стоит, так, где он, вот он, 23,89. Так, ну, в общем, в принципе, все назвала. И вот это вот покупки, за эти покупки я заплатила 187 гривен, ровно без копеечек. И если переводить эти деньги в евро, то это 5,5 евро по курсу 30. Вот так вот. Все, Танечка, надеюсь, тебе было интересно, потому что просила ты меня уже 2 раза снять такое видео, что мы здесь покупаем и сколько это стоит. Ну, а вам всем, дорогие мои, спасибо большое, что вы были со мной. И до новых встреч на моем канале. Пока-пока.